Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Голодные акулы». Так, ну что? Вот, ребят, я понял, где вы говорили про режим сложный и легкий, но за сложный режим нужно 5000 голды отдать, если хочешь плавать. Поэтому будем пока с тобой на обычном режиме. Так, а у нас новый вроде бы открылся, да? Вот, вот здесь мы с тобой, по-моему, не были. Так что пора навестить, да? Хочу просто глянуть, что здесь такого интересного. Так, ну, соответственно, за рекламу мы можем с тобой открыть карту и так далее. Так, есть какая-нибудь вкусняшка тут плавает? Ой, тихо! Или я могу их есть? Это что сейчас было? Я, честно говоря, не врубился. Я толкнул эту... Опа! А почему здесь красного цвета буквы? Ой, тихо! Что это за супер здоровенная медуза, ребят, такая была? Так, что тут вообще происходит? Мне нравится. Все очень нравится. Так, сундук. Кстати, да, нам нужно с тобой, наверное, пооткрывать все сундуки здесь. А для этого, наверное, придется глянуть рекламку. Так, ну что же, друзья мои, давайте глянем. Вот у нас здесь буквы. А где сундук? R тут вижу. Ага. Два сундука еще вот здесь. То есть нам нужно вот здесь проплыть. Кстати, пойдем возьмем с тобой букву У. Где-то вот здесь она должна быть. Вот она, вижу. А я не могу почему-то, ребят, да? Есть эту большую, гигантскую. Ёлки-палки, уплываем. Это что такое? Захавал. Ой-ой-ой. Да что тебе? Ну зачем же я так делаю, а? Срочно карту. Не понял юмора. А как мне сюда попасть вовнутрь? Что это вообще такое? Куда я попал? Не могу понять, если честно, куда я забрел вообще. И зачем я сюда забрел? Так, надо хавать, тут нельзя останавливаться. Золотая лихорадка. Погнали. Ух. Веселушка, да? Ага, вот буква R. Кончилась лихорадка. Ты спишь, Рэй, слишком долго. Так, дай-ка перекусить. Че, я не могу всплыть-то? Погоди секундочку, дай-ка глянем. Ага, вот сюда нам нужно. То есть мы с тобой в правильном направлении двигаемся. Где-то вот здесь. Ох ты. Захомячили. Очень даже неплохо. Вот он. Еще один сундук. И третий, последний, это вот здесь. То есть мне нужно оплыть, потом приподняться, получается, да? Где-то вот здесь вот мы с тобой проплываем. Точно хоть здесь-то? Да, и сундук вот должен быть. Дай сюда кита съедим с тобой. Ну, не хочет, ребята. Да сколько вас тут, ты посмотри. Так, буква Y. Что-то хаваю, хаваю все. Так я же подобрал букву Y. Разве я ее не взял? Вот она. Так, давай смотреть, что тогда дальше у нас. А у нас дальше вот здесь вот. Три буквы, которые мне не хватает. Это если только по верху, по самому плыть. Но я вряд ли доплыву, друзья мои, до туда. Знаешь почему? Потому что у меня жуткий, жуткий просто голод. Если я вот этого кита съем, да и то мне... А, нет, дают вообще, дают приличное количество еды. Так, иди сюда, кит. Сейчас захаваю. Там у нас катера какие-то. Так, стоп, 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 стоп. Низкий уровень здоровья. Да какого лешего, как они меня подбили? Давай, наверное, попробуем бесплатно. Продолжаем. Так, это все, конечно, хорошо. Здесь сожрали. А вот теперь... Оу!
тупик? Вот это подстава для меня, если честно. Ну-ка, схавай. Мы с тобой сколько можем? По-моему, 3 раза всего лишь оживиться, да? Бесплатно. Так, пойдем попробуем с тобой, наверное, те буквы подобрать и сделать супер-пупер голодовку. Так, вот буква У. Секундочку, сейчас гляну. Аж, она внизу. Водолаз, черт. Так, подожди-ка, я видел здесь вроде бы как гем. Или мне показалось. Ух. Жалко, не могу вот эту медузу слопать, а. Хочу и не могу. Смотрим, где еще у нас с тобой буквы. Так, я вижу N. Значит, нам надо сюда заплыть. Опа. А кто меня? Вот эта акула там гигантская, да? Уничтожена. Так, оживаем и продолжаем. Точно, это, ребята, это мегалодон. Ты прикинь? Ой. Так, где же эта буква-то? Подожди-ка, я потерялся, ребята. Ага, вон она, там. Здесь, что ли? Да я вообще плыву. Она же вообще... Блин, она находится не здесь, нет. Она где-то вот тут. Вы что, серьезно, что ли? Подводные лодки тут уже плавают. Опять мимо. Да как так-то? Вот она. Не надо по мне. Ну, погнали. Сломал я эту подводку, да? Сломал. Даже медузу захомячил, прикинь, которую не мог до этого есть. Иди сюда, подводочка. Ее захомячили. Вот это я понимаю, вот это веселье. Все кончилось, да? Ну, оно того стоило, поверь мне. Оно того стоило. Так, давай-ка мы сплаваем здесь, посмотрим, что у нас тут. Ага, не могу. Эй, голод, голод, голод. Блин, те объедки, они же... Опа, хорошо, как акулка вовремя, да, нам? Крокодилы? Тут даже крокодилы, оказывается, есть. Я не знал. О, давай мы его захомячим. В плане, я подожди. Да что ж такое-то? Ты посмотри, сколько здесь. Не уйдешь, гаденыш, от меня. Съели? Съели. Давай всплывать. Подожди. А, тут заново уже буквы, да, пошли? Так, крокодил. Золотой. Не уйдешь ты от меня, дорогой. Так, по-моему, по кругу я, да? Пошел. Это было просто... Ох, друзья мои, нифига они тут. Еще сундук, оказывается. Как бревно. Кто меня там бомбит-то, эй? Так, друзья мои, смотрим. Я получил новый уровень. Так, всего получено 10 тысяч. Абсолютно новый рекорд, да, я его побил. Свой прежний, который у меня был. Так, а что мы вообще собираемся с тобой сделать? Насколько я помню, мне нужно насобирать... Подожди, а что мне нужно? Я даже не помню, что у нас тут за задание. Прикинь? Не помню. Так, здесь 5 сундуков, да? Мы хотели с тобой сундуки подкрывать. А, задание акулы, конечно же. Так, 25 тысяч очков над водой. Это выполнено у нас. Чтобы разблокировать, так, выполните 3 первых задания. А, вот нам что нужно. 20 тысяч монет.
за один заплыв. 20 тысяч монет. Это можно сделать, наверное, только лишь при бонусе, да? Который дает нам умножение на деньги. Ну и, соответственно, на самый долгий заплыв. Только в этом случае мы сможем с тобой... Потому что 20 тысяч это, ну, серьезная сумма. Я только сейчас набрал 10 тысяч. 84 монеты в данный момент у меня. Вот ты представь, 20 тысяч насобирать. Я даже не знаю, как это сделать. 100 монет пока. Это надо делать золотую лихорадку. Причем не какую-то там обычную, а вот эту вот мощную. Давай. Так, хорошо. Схавали. Продолжаем хавать. Куда ты побежал? Такой плывет. Не тут-то было. Далеко ты не уплыл, парнишка. Так, вот здесь вот сломаем. Съедим. Так, у нас кто-то там. Ага, внизу акулы. 263 монеты. Это на данный момент. Это на данный момент, да? Золотая лихорадка. Вот что мне нужно. Ну, как обычно, золотая лихорадка, а я, ребят, никого не вижу. И она очень быстро закончилась. Сундук первый мы с тобой нашли. Так, давай-ка мы глянем, где у нас еще одни. Смотрим. Так, один сундук вот здесь. То есть мне лучше внизу проплыть. Касатка вниз, говорю, плыву. Там течение, что ли, я не могу понять. Почему нас это выталкивает, а? Выход из локации авианосец. Короче, меня туда, ребят, не пускают. Там течение, и оно почему-то в обратную сторону идет. Если бы оно шло туда, куда мне нужно. Голод. Сейчас еще и погибну, да, с голодухи. Кит, выручай. Бро, извини. Мне пришлось просто захомячить тебя. Тут еще где-то у нас... Ага, вот они. Ох ты, акулу одну за другой поедаю. Хорошо, если у нас не получилось напрямки с тобой это сделать, давай сделаем немножко по-другому. Здесь вот выплываем. Иди сюда. Так, нет, эту мы с собой пока есть не можем. Кит, 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 вернись. Я все прощу. Захомячили. Так, опять вы? Сколько же тут помоев, а, у вас? Так, подожди, мы что-то не то делаем. Ага, смотри, сундук здесь есть один. Вот здесь где-то. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. А где он? Где? Где сундук-то? Он должен быть здесь, показано. Но я... А, вот они, куда его засунули, ребят. Ёлки ты палки. Прям в этот, в мусор они его засунули. Ты понимаешь? И у меня ужасный голод. Я сейчас попробую откормиться маленечко. Вроде бы как получается. Сейчас я их тут схаваю всех. Так, черепаху взяли. Так, это тоже съедим. Так, и смотрим. Буква Н у нас здесь еще недалеко, буква Н. И вон там сундук. Я хочу сундук, друзья мои, конечно же, взять. Это было глупо. Вот это было глупо с моей стороны. Где-то здесь он, да? Вот он. Все, ребят, сундук я подобрал. Эх, горе мое горе. Кто тут, дельфины? Ух, сейчас так было круто. Было круто и не очень, если честно. Дельфины, вы где? Это не дельфины. Это далеко не дельфины были. Стоп. А куда же мне тогда нужно идти?
Буква Н, но это только одна буква. Их-то нужно, извини меня, сколько собрать. Силовое поле. А, у меня поле было силовое. Вот почему доселе я не погибал. Ну, я сейчас погибну от того, что у меня, друзья мои, закончится жизнь. Как он быстро голодает. Если бы вы только понимали, ребята, и знали. Просто мгновение ока. Так, акула, акула, где акула? Акула, дай я тебя съем. Я ее съел. Ать! И прям на Милу. Акула палипсис. Или как там называется. Ладно, 4000. 4000, ребята, мы с вами заработали. Ну, рекорд, естественно, не побил я свой. Но ничего страшного. Так, друзья мои, нам нужно еще два сундука где-то надыбать. Я почему-то не могу понять, где они тут находятся у нас. Надо их найти как можно быстрее. Ну-ка, блин, все время забываю, что здесь нужно. Ну что, придется смотреть, где она находится, где не буква, точнее, а сундук. Вот, один сундук я вижу здесь. Слушай, прилично до него плыть, кстати. Подожди-ка, где отдай гем. Подожди, что такое? Я уже думал, не сможет проплыть, застряло. Все отлично. Правильно же мы идем, да? Тут проламываем, ну да, в принципе, все нормально. Так, проломали. Ага, здесь огонь. Здесь надо быть аккуратненьким. Вот он, сундук. Аквалангист тут еще что-то забыл. Дурачок этот. Ну тогда давай уже букву Н возьмем с тобой. Где она? Вот, вижу, вижу. Так, блин, давай отсюда выплывать. Что-то мне совсем тут не нравится. Мне не нравится, потому что здесь, ну, очень жарко, очень горячо. Ать! Ну-ка. Так, и смотрим дальше. Здесь у нас, если честно, вообще ничего нету. Вот с этой стороны нету. Нам надо плыть. Ух, елки-палки. Почти что в самый низ. И сюда. В самый низ. Потом пробивать здесь. Ух, как я. Здесь пробиваем. Что, обязательно нужно ускоряться, что ли? Так, погоди. Угу. Проплываем. Стоп. Ё-моё, да? Так, здесь тоже прибиваем. Акула, иди сюда. И где-то, где-то, где-то рядом. Угу, понял. Вот он, сундучок, да, этот? Родной наш. Ну, итого у нас 4700. На самом деле этого мало. Нам нужно 20 тысяч, да? За раз насобирать. За один вот этот вот поход. Вот этого я не понимаю. Смотри, тут у нас какой-то... Где этот вход? Или они имеют в виду вот этот, что ли? Ну, ладно, хорошо, я здесь всех пощелкаю, поем. Выплыли. Опа. Теперь надо нам, наверное, с тобой все-таки искать эти буквы. О, золотая лихорадка, погнали. Ох, я тут мега лихорадка. Кончилось? Ну, я успел, да, захомячить? Так, 7 тысяч мы уже с тобой насобирали. Ты понимаешь, это только начало. Мы еще даже 10 тысяч с тобой не собирали, а нам нужно 20.
Мины везде, абсолютно везде. Иди сюда, акула. Так, захомячили. Эти тоже съели. А я что-то вниз все иду, да? Что это за предупреждающий значок такой сейчас был? Черепок. Чем они меня тут хотят напугать? Я не могу понять. Ну, вроде бы как ничего страшного здесь пока я не вижу. Касатка не может съесть вот этих вот, я не понимаю, вот эти вот медузы. Почему ты не можешь съесть? Неужели так тяжело? Они же простенькие. Что, в тупик, что ли, заплыли? Да, ребята, в тупик заплыл. И голод. Вечно, вечно голод меня, ребята, косит. Ну что, будем пробовать за рекламку, ребята? Так, ожили и погнали. Мне здесь, получается, делать вообще ничего, ребят. Тут тупик. Погоди, погоди секунду. Дай сообразить. Да какой голод-то, блин? Вы серьезно, что ли? Я даже еще ничего не успел. Вообще ничего не успел сделать. Голод они уже мне включили. Дай акулу мне съесть. Блин, где мне взять? Где найти место, где много-много живности, ребята? Что тут происходит? Так, захавали, предположим, здесь тоже съели. Так, там аквалангисты еще по мне бомбят. И, скорее всего, да, подбили, ребят. Слушай, ну это проблема. Так, я этому аквалангисту сейчас уши надеру. Это же из-за него я погиб. Подожди, там где-то еще внизу, по-моему, да, строчит кто-то? А не слишком ли вас тут много, а? Братцы, мегалодона закусили. Эх, магори, не беда, ребята, раскололся, как орех я. К сожалению, ну гемы я тратить не буду. Блин, ну сложно. Вот что хочешь делай, но сложно, ребята, здесь проходить. Так, ну зато у нас уже 20 уровень. Продолжайте пожирать акул, чтобы получить доступ к новым акулам. Я только 10% набрал, ты понимаешь? 10! Это еще 90% нужно набрать. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня пока закончим. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим поедать всякую живность, естественно, расти, крепнуть и открывать новых акул. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.